Прививочная кампания против гриппа в Хабаровском крае продвигается медленно. На данный момент вакцинированы 285 тысяч жителей региона. Это менее 40% от плана. Текущую ситуацию обсудили на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии в правительстве региона. Сезонный грипп ожидается в Хабаровском крае уже в ноябре. Проводить вакцинацию в поликлиниках начали с первых дней осени. Однако, по данным Роспотребнадзора, план не выполнен даже наполовину. Если в Аяномайском районе прививочная кампания уже завершилась, то в Тугуро-Чумиканском все только начинается. В ряде муниципальных учреждений темпы иммунизации низкие вследствие недостаточно активно организованной работы по иммунизации населения со стороны и руководителей медицинских учреждений, и со стороны администрации муниципальных образований края. Специалисты отмечают и другую тенденцию. Родители стали чаще отказываться вводить вакцину от гриппа детям в школах и детских садах. И сами взрослые за прививкой идут неохотно. В Хабаровске вакцину получила только четверть взрослых горожан. Среди детей провакцинировано 29,9%, среди взрослого населения 25,4%. Поэтому обращаюсь ко всем жителям города Хабаровска. Приходите по месту жительства. Провакцинируйтесь против гриппа. Вакцина проводится бесплатно по полису ОМС. Сейчас в Хабаровском крае циркулирует риновирус. Эпидемиологический порог по ОРВИ, по данным Роспотребнадзора, превышен на 28%. Только в Хабаровске на карантин закрыт 131 класс в 37 школах. Сохраняется заболеваемость COVID-19. В региональном Минздраве опасаются, что распространение всех этих вирусов обернется серьезной нагрузкой на врачей и больницы. Ответственность за прививочную кампанию от гриппа глава краевого Минздрава возложил на всех руководителей районов и поселений. Я думаю, что главам всех муниципальных образований нужно взять это под особый контроль. Министерство здравоохранения, естественно, во главе этого процесса нужно быть. С начала месяца в Хабаровском крае прививку от гриппа можно поставить в мобильных пунктах. Сделать это в передвижных кабинетах за минувшие выходные смогли более 3000 жителей края. В Хабаровске в ближайшее время планируют увеличить количество мобильных прививочных пунктов, а завершится массовая прививочная кампания 15 октября. Виталина Кондрахина, Наталья Приходько, телеканал «Губерния».